Казань принимает международный форум ЮНЕСКО «Сбережение человечества как императив устойчивого развития». В рамках мероприятия в Казанском федеральном прошла масштабная научно-практическая конференция. Заседание 7 секций освещает широчайший круг проблем. При всем нашем разнообразии мы объединены общей человеческой культурой. Через общение, знание других языков, через диалог и научное сотрудничество мы выходим за когда-то установленные рамки, расширяем наши знания, узнаем иные традиции и обычаи. Сегодня сбережение человечества должно стать самой главной темой современной международной повестки дня и поддерживаться всеми странами, народами и гражданским обществом. География участников охватывает не только Россию, но и зарубежье. Напомним, что Казань претендует на звание Всероссийского центра компетенции по сохранению памяти человечества и объектов культуры, благодаря уникальному опыту в данной области. Ксюша Цзэн, Роман Самарин, Универньюз.